Только с начала года на дорогах Сочи было выявлено 1407 водителей, которые управляли автомобилем с чересчур тонированными стеклами. За это время в ходе работы сотрудниками полка дорожно-патрульной службы выявлено 2 кражи и 3 угона автотранспорта. Выявлены нарушения в сфере пассажирских перевозок. 35 водителей такси привлечены к ответственности за незаконную перевозку пассажиров. Задержано 7 лиц, которые находились в федеральном розыске, и 2 человека, которые находились в местном розыске. В отделы полиции доставлено 385 мопедов, владельцы которых не имели при себе документов на право владения и управления транспортным средством.